попытка записать новогоднее обращение. Ну что, скоро Новый год. Всем будут дарить подарки. Я думаю, всем, кто меня смотрит, тоже обязательно кто-нибудь что-нибудь подарит. Этот год был несколько странный. Я вдруг внезапно с пинка Аленки, привет тебе, Аленка, занялась видеоблогерством. Когда она однажды меня спросила при нашей встрече, что, ой, как же, вот, записала бы ты, жалко, что ты, типа, не блогер, то все, я сижу, думаю, надо же, я вроде блогер, веду блог давно, а она имела в виду это видео обращения все эти, обзоры и прочее. Вообще, еще возобновила всякие встречи с Аленкой в реале, это мы учились в кульке с ней, о чем я писала в комментариях у тех, кто меня вопрошал ВКонтакте или здесь, из подписчиков смотрящих. Ну и, наверное, в 2006 году мы еще в реале пересекались, может, еще как-то случайно, когда уже поступила в ПЕД, случайно как-то виделись, общались в основном в интернете ВКонтакте, и внезапно мне пришла идея встретиться. Вот так начались наши с ней встречи, поменяшки еще с подарками, вот так вот как-то все произошло. Ну, благодаря ей, она мой учитель даже в каком-то плане, как снимать видео, как свет там, то все пятое-десятое. На данный момент я снимаю видео на камеру своего нетбука, веб-камеру. Вот обнаружила такую функцию. Не знаю, как получится. Если получится фигово, то запишу, соответственно, на фотоаппарат. Ну что, конечно, я очень рада, что вы меня смотрите. Это было как-то неожиданностью для меня, что мой канал, где я скидываю только музыку, там иногда какие-то выступления литературные, путешествия свои видео, кто-то еще будет смотреть. Тем более, что я буду писать обзоры. Это для меня самой было неожиданно. Это очень приятно, что там пишете какие-то комментарии, поддержку, добрые пожелания. Вообще, даже не добрые пожелания, тоже прикольно получать, что знать, что тебя кто-то смотрит, это вообще как-то неожиданно и, даже не знаю, приятно, удивительно. Что хочу сказать, год был такой, наверное, все-таки более-менее удачный, конечно, не такой удачный в плане дорог, как в прошлом году, я много где побывала. В этом году я наконец-то съездила в Белоруссию весной этого года. И, наконец-то, еще побывала в Казани. Конечно, кого я бы только не уговаривала, друзья мои как-то не очень любят передвигаться, особенно туда, куда мне хочется. Погуляла я шикарно по Сокольникам. Дима Сычев, вряд ли меня смотришь, но если смотришь, тебе тоже привет. Ты все-таки клевый, каким бы ты странным и, хочется сказать, придурковатым не был. А еще Дима мне связал шарфик. Оказывается, мальчики любят, умеют вязать шарфики. Наверное, все-таки потом сделаю свой любимый флешмоб-тест, или как бы это назвать, запись в блоге на своем ЖЖ. Ну, соответственно, делаю ссылку ВКонтакте, если кому интересно, вы можете посмотреть, почитать, так сказать, события года, там, человек года, техника года и так далее, и тому подобное. Наверное, надо все-таки бы уже переходить к поздравлению, так таковому, первый раз для меня это такое. Я посмотрела Аленки на видео прошлого года. Еще какое-то что-то видео. В этом году еще поздравление Аленке посмотрела. Ну, учиться-то надо у кого-то. Всем хочу пожелать радостной встречи Нового года. Пусть будутся ваши желания, здоровье, соответственно. Ну, денег, это без них никуда. Тем, кто занимается каким-то творчеством, творческих успехов, новых веяний. Да, кстати, вот по поводу творчества. Тот год у меня отличается тем, что наконец-то занялась мыловарением благодаря Линуксу и моей одноклассники, ну, скорее всего, Линукс, потому что если бы я не стала заниматься, наверное, меня бы не попросили поставить систему, ну и, соответственно, не вышла бы с этим мылом. Мылом я давно хотела заниматься, но как-то все руки не доходили, а тут, оп, раз и основа. Ну, травой я давно занимаюсь этой фигней чайной. Что у меня еще хорошее за этот год было? Наверное, много всего хорошего, все не упомнишь. Познакомилась с девчонками. Кстати, Зося, Клава, вам привет. Аня из Москвы, Аня из Владивостока тоже привет. Вообще девчонкам, с кем я стала общаться благодаря Ютубу обзоры. Я очень рада знакомству с вами. Вам всем всего хорошего, самого наилучшего, доброго, светлого. Удачного Нового года. Пусть он будет лучше, чем теперешний, если в чем-то вы не успели в этом году. Надеюсь, что вы навестаете в следующем. В общем, зимой снега, летом солнца, весной цветочков, осенью листочков. Самого-самого наилучшего всем, кто меня смотрит, всем, кто
кто меня пытается поругать, тоже самого наилучшего и всего хорошего. Всем, кто меня поддерживает, тепла вам всем, в общем, любви там, здоровья еще раз, удачи, исполнения желаний. Не знаю. Отмечать я буду у своей подруги. Пообещала я Ане записать из Владивостока видео, как-то частичку, кусочек как-то будет происходить. Меня просили в комментариях, если буду что-то готовить, записать видео, но я готовить в этот раз ничего не буду. Мы скидываемся с Машкой, она готовит салат, а мне еще что-то будет. С меня белое болгарское вино, сейчас, кстати, могу его показать. Вообще я покупала красное, но потом выяснилось, что это белое. Вот такое вот. Логодаш, мускат, белое вино полусладкое, столовое, 10-15%. Ну и, соответственно, еще мандарины. Огромные, много мандаринов, 1,5 килограмма где-то. Вот такое вот новогоднее собрание. Ну, у меня там, кстати, елочка, еще свечка лавандовая. Специальная дочка, например, Аленки. Свечка еще гринмамовская, такие в подарок давали, не знаю, года 3, что ли, или 4 назад. Но подсвечник, соответственно, не от гринмамы. Это мне кто-то дарил, по-моему, моя тетушка. Свечка там уже приняла ислам. Как раз те времена, когда у меня тут на днях вырубался свет благополучно 2 дня подряд. Ну, его сделали, все теперь нормально. Да, кстати, желаю, чтобы у вас никогда не отрубалось электричество. Елочки 300 лет, таких уже, наверное, не делают, это там Советский Союз еще до моего рождения, ну, я ее немножко так украсила, так она вообще у нас каждый год круглосуточно, круглогодично стоит в большой комнате, как раз вот в том видео, где елочка побольше, вот та самая комната называется у нас в семейке большой. Ну, что еще сказать? Даже не знаю, пробую, может, как-то показать тут что-нибудь еще. Там эта стена моя, как раз там рамочки, фоточки, всякие полочки, которые еще дедушка делал, он делал под цветы, но сейчас там всякое барахло стоит. Ну и, наверное, на этом все. Я тут говорю уже 7 минут. В общем, всем пока, всем удачи. И, может быть, я еще все-таки запишу это видео про 60 вопросов, ну не факт, но на всякий случай встретимся в следующем году. Пока!